Сейчас середина июля. Вот это моя единственная яблонька горно-алтайская, завязывает плодики. И вот как раз сегодня занимался прикопками яблоньки, поскольку у меня все яблони корнесобственные. Еще некоторое количество я прикопал весной. Вот такие вот прикопочки. Просто сейчас привел их в порядок, прополол, сделал луночки, поправил, может быть, что-то. К слову сказать, вот рядышком тут растет единственная моя клубничка, которая выросла из семени. Тоже растет нормально. Но сейчас тема другая. И вот, делая эти все текущие работы, обнаружил вот такой помидорчик. Вот здесь, среди яблонек, откуда-то проросло семечко помидора. И вот к середине июля выросла вот такое вот растенье. Конечно, его тут никто не сеял. И вообще непонятно, откуда здесь, как тут оказался помидор. Но здесь помидор близко не было. Были немножечко в стороне, но все-таки довольно далеко. Ну, как бы то ни было, может, какой-то помидор сюда случайно попал или еще что. И вот самосевом вырос вот такой помидор. Ну, раз уж он потратил столько сил на борьбу с тяжелыми условиями существования, тяжело было ему тут сходить. Здесь место затененное, здесь прохладнее, чем в других местах. Солнышко маловато, вот только к вечеру немножечко ему достается. Я решил этому помидору немного помочь. Порыхлил вокруг него, прополол, сделал ему луночку. И хочу посмотреть, что из него получится. Все-таки сейчас уже середина июля, повторюсь. Время осталось немного. Может что-то получиться вот с такого помидора или нет? Очень интересно. И вот этот помидор теперь будет расти. Буду наблюдать за ним дальше. Место здесь уж больно неподходящее, поэтому, видимо, его отсажу в другое место, более благоприятное. Подобрал для этого помидора укромное местечко. Вот здесь с одной стороны кукурузка будет его защищать, но с другой стороны дыни. Ну, дыни особо, надеюсь, ему мешать не будут. А если будут, то я прослежу, чтобы этого не было. Выкопал ямку около забора. Забор тоже защита для помидоров. И с комочком грунта пересадил помидор на новое место. Теперь все шансы у него расти дальше есть неплохие. И посмотрим, какой урожай он все-таки даст. Как он будет расти дальше. Здесь, конечно, местечко будет ему более благоприятное. Как немножечко окрепнет, я его подкормлю. И все-таки постараюсь получить от него какой-то урожай. Надо поощрять волю к победе, в том числе и помидоров. Пожелаю ему успеха и чтобы он рос хорошо.